Поклонники Олега Винника потеряли своего любимчика из виду более года назад. Тем временем близкие артисты рассказали, что певец все это время проходил лечение в Германии. Недавно появилось долгожданное интервью с исполнителем, в котором он раскрыл некоторые подробности. По словам Винника, в Германии живет только 2% людей, которые столкнулись с таким же недугом, как у него. Кстати, выглядел наш герой изможденным и похудевшим. Кроме того, к длинным волосам добавилась борода и оптические очки. Пользователи сети решили обсудить увиденное. «Выздоравливаете, Олег? Какой измученный вид у него? Надеюсь, вы уже здоровы. Скучаю за вашими песнями», – писали они. «А что скажете вы